أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие братья и сестры, продолжаем наше обсуждение вопросов идеологии. Мы начали разбирательство атрибутов действия, разобрали атрибут воли, атрибут мудрости, и сегодня мы разберем речь как один из атрибутов Всевышнего. Итак, обладает ли Бог речью или нет? По этому поводу имеется очень много разногласий среди мусульман, и многие из этих разногласий абсолютно неоправданы. И даже более того, эти разногласия на протяжении всей истории приводили к ожесточенным столкновениям среди некоторых групп мусульман. Даже порой доходило до геноцида. Что, конечно же, совершенно не было оправданным. Вся эта жестокость, все эти расправы и преследования были совершенно неоправданны. Эти разногласия не имели такого свойства, не имели такой важности и значимости, чтобы мусульмане могли позволить себе гонения и преследования на основе этих разногласий. Но, к сожалению, политический интерес определенных групп диктовали им подобное поведение, диктовали им поведение преследования тех или иных групп. И это в первую очередь, конечно же, касается аббасидских халифов, которые в один отрезок времени придерживались одних точек зрения и преследовали противников, а потом им выгоднее стало преследовать другую группу, противоположного мнения, и они официально приняли другую точку зрения, противоположную точку зрения, и стали преследовать своих бывших союзников, своих бывших друзей. Итак, какие разногласия имеются относительно данного атрибута? Во-первых, имеются разногласия. Является ли этот атрибут атрибутом самости или это атрибут действия? Также задаются вопросом, является ли речь Бога созданным, сотворенным, или же речь Бога не является чем-то сотворенным. Конечно же, второй вопрос является прямым следствием ответа на первый вопрос. То есть, если мы ответим, что атрибут речи является самостным, то и речь становится несотворенной. А если мы отметим, что речь Бога – это атрибут действия, то, соответственно, отвечая на второй вопрос, мы говорим, что речь Бога является творением Бога, сотворена Богом. Это основные разногласия, относительно которых мусульмане имеют между собой различия. Итак, отвечая на первый вопрос, является ли речь самостным атрибутом или атрибутом действия, конечно, мы отвечаем однозначно. Это атрибут действия. То есть этот атрибут приписывается Богу в наличии, вследствие наличия того или иного творения, коим является речь. То есть, если говорить более точно, вследствие наличия речи как одного из творений Бога. Итак, таким образом мы видим, что атрибут речи является атрибутом действия, так как не является атрибутом совершенства. Наличествует эта речь или отсутствует, Бог не становится совершеннее или не становится несовершеннее. И наличие речи и отсутствие речи никак не влияет на совершенство Бога. И говоря о том, что этот атрибут приписывается Богу вследствие наличия речи, то есть как одного из творений Бога, мы говорим о том, что Бог творит речь, например,
В священном Коране сказано, что Бог говорил с Мусой, алейхиссаламом, то есть пророком Мусой, посредством дерева. То есть голос исходил из дерева. То есть, другими словами, Бог создавал эти звуки в дереве. Конечно же, невозможно предположить и невозможно представить себе, чтобы Бог мог говорить так же, как говорим мы, издавать звуки, как мы. Почему? Потому что Бог бестелесен. Бог не ограничен посредством тела. И поэтому речь Бога не имеет никакого смысла, как самостный атрибут. Это совершеннейший абсурд. Речь Бога – это атрибут действия. Бог создает речь в материи, в теле в каком-то. Создает речь через человека, внушает речь своему творению, своему созданию, своему рабу. Например, в Священном Коране сказано «Назала бихи рухуль амин аля кальбик». «Спустился верный дух на твое сердце вместе с откровением», сказано в Священном Коране. То есть создает речь в сердце. Сердце пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, является местилищем речи Бога, является сосудом речи Бога. Или же в другом аяте сказано «Бель хуа аятун байянатун». Коран является ясным знамением в сердцах тех, кому даровано знание. И когда непорочное семейство пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, толковало этот аят, говорило о том, что те, кому даровано знание, это те, кто утверждали о знании всего Корана без исключения. Кто утверждает о том, что знает весь Коран без исключения, что знает все о Коране? Только пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, утверждал об этом. Только его непорочные наместники из членов его семейства утверждали об этом. Это Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, имам Хасан, имам Хусейн, алейхим ассалам, внуки его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, и их потомки. То есть в этом аяте ясно сказано, что есть группа людей, в сердцах которых и находится священный Коран, что сердца которых, груди и сердца которых являются вместилищем священного Корана. Таким образом создает Бог свою речь в сердцах, через дерево общается с своим пророком Мусой, алейхиссалату вассалам. И так далее. То есть мы называем Бога говорящим только вследствие наличия этих творений. Когда создает Бог, когда творит Бог эти творения, тогда он становится говорящим. Но после того, как он стал говорящим, он не стал ни на йоту, ни насколько не стал совершеннее прежнего. Потому что это не атрибут самости, это не атрибут совершенства, это атрибут действия. Мы уподобляли этот атрибут, я буду часто повторять, чтобы вы не забывали. Мы уподобляли этот атрибут атрибуту братства, например. Мы человека называем братом, чьим-то братом, например, просто братом. Но придает ли этот атрибут ему какого-либо совершенного качества? Изменяет ли в его сущности, в его самости что-либо? Абсолютно ничего. Но при этом является самой что ни на есть правдой. Это есть правда. В этом суть атрибутов действия. Атрибуты действия играют ровно такую же роль, ровно такое же значение. То есть они не придают Богу каких-то новых совершенных качеств, но при этом являются самой что ни на есть правдой. Бог говорящий. Но при этом это атрибут действия, то есть извлекается из действий Бога, а не из самого, из самости Бога. То есть не извлекается из самости и сути, сущности Бога, а извлекается из, извлекается, то есть понимается из творения Бога.
разум, сталкиваясь с тем или иным творением, например, со священным Кораном, приписывает Богу те или иные атрибуты. Например, атрибут речи. Говорит, что он является говорящим. Бог является говорящим, является мутакяллим. Но что это? Откуда разум это понимает? Откуда разум это извлекает, этот смысл о Боге? Извлекает из самого Бога? Нет, ни в коем случае. Извлекает из действий Бога, из творений Бога, из книги Бога, которая была им ниспослана в сердце своего посланника, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям. Таким образом, это атрибут действия, а раз так, раз речь является атрибутом действия, то речь является сотворенной. И, конечно же, вне всякого сомнения, заблуждаются те, в первую очередь, это хамбалиты, те, кто утверждает, что речь Бога является несотворенной, является извеченной. Это очень большое заблуждение, конечно же. Это еще один атрибут действия. И следующий атрибут действия, который также необходимо коснуться, это атрибут правдивости. Этот атрибут также является атрибутом действия, то есть извлекается и понимается из действий, из творений Бога. И имеет очень прямое отношение к предыдущему атрибуту, то есть атрибуту речи. Мы ранее говорили, что речь является одним из творений Бога. Речь Бога – это одно из творений Бога. Так вот, правдивость также извлекается. Правдивость Бога также извлекается и понимается из речи Бога. Что под этим подразумевается? Что мы подразумеваем под правдивостью Бога? Мы говорим о том, что Бог всегда говорит только правду. Говорит правду. Почему? Почему? Каковы доказательства на это? Доказательством служит то, что Бог самодостаточен, Он ни в чем не нуждается, никого не боится, но при этом и лишен невежества, в какой бы ни было мере. То есть Он безгранично знающий, Он всезнающий. А раз Он всезнающий, то невежество не может быть причиной лжи, неправды со стороны Бога. Причиной может быть нужда в чем-либо. Причиной может быть стремление получить какую-либо выгоду. Но мы ранее говорили о том, что Бог не только всезнающий, но Он самодостаточен, Он всемогущ и ни в чем не нуждается, абсолютно не нуждается ни в чем. Он самодостаточен, поэтому нет никакой причины Богу лгать, говорить неправду. Но необходимо учитывать один очень важный момент. И непорочные имамы из семейства пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, на этот важный момент указывали. В своих речах Бог обещает человеку, например, награду, обещает человеку рай, обещает ему что-то хорошее. Но наряду с этим Бог и угрожает человеку. Например, если Бог обещает человеку дать награду за те или иные благодеяния, Он же, Бог, угрожает человеку наказанием за его злодеяние. Но непорочные имамы учили нас тому, что Бог всегда выполняет свои обещания, но может и простить своему рабу те или иные злодеяния. То есть отказаться от тех или иных угроз. Но при этом Бог никогда не нарушает своих обещаний. Если Он обещал награду, Он всегда выполняет свои обещания, но может отступиться от угроз. То есть не выполнить в отношении того или иного человека озвученную в Откровении или устами пророка, саллаллаху алейхи ва салям, угрозу. Это подобно тому, как отец, который хочет, чтобы его дитё хорошо училось, обещает ему подарить, например, за хорошую оценку, за хорошую учебу велосипед. И наряду с этим угрожает ему, что если он не получит хороших оценок, будет плохо учиться, то будет лишён
например, игры в футбол со своими друзьями. Этот отец, когда выполняет свои обещания, покупает велосипед, он не может это обещание нарушить, это предосудительно. Но не является предосудительным для отца не наказывать сына за плохие оценки. Он может простить, в той или иной мере простить своего сына за этот проступок. И точно так же Бог. Бог угрожает и обещает в воспитательных целях, чтобы воспитать, чтобы возвысить дух человека. И поэтому никогда не нарушает своих обещаний, но при этом может в отношении того или иного человека по тем или иным причинам не наказывать, то есть закрыть глаза на его проступки, на его преступления, на его грехи и не выполнить свои угрозы и не наказывать его. Таким образом, это также один из атрибутов правдивость, один из атрибутов Бога, правдивость, один из атрибутов действия, и на этом мы заканчиваем с атрибутами действия. Эти атрибуты мы разобрали вследствие того, что эти атрибуты были, относительно этих атрибутов имеются определенные разногласия среди мусульман. И именно поэтому они имеют определенную важность для рассмотрения. Но атрибутов действия огромное множество. Бог дарующий, Бог прощающий, Бог оживляющий, Бог умертвляющий. Все это является атрибутами действия. Но все это мы разбирать не будем, потому что те, что мы разобрали, именно они имеют определенное значение и важность. На сегодня наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.